Добрый день! В этом видео я расскажу, как я сделал автоматизацию теплого пола и отопления в частном доме. Вводные были следующие. Котел, три контура отопления на теплый пол и один большой контур на все батареи на оставшиеся три комнаты. Я установил систему Connect Home. От Connect Home у меня хаб и три термостата с датчиками температуры и влажности. Все это у меня работает в HomeKit, то есть это все прокинуто в Apple. Как мы это делали, я расскажу поэтапно и покажу, продемонстрирую. Какая общая схема? К хабу подключено три термостата, к ним также подключено три датчика температуры и влажности по беспроводному протоколу Z-Wave. Потом уже проводами термостаты подключены к сервоприводам, и сервоприводы непосредственно регулируют температуру. Открывают и закрывают клапан подачи воды на отопление. Хочу сказать, что на сегодняшний день, на 2021 год, для управления теплым полом это, наверное, лучшее устройство, которое стабильно работает, я уже тестировал его, которое пробрасывается полностью в Apple HomeKit и которое еще и со временем подружится с продукцией Fibaro. Об этом будут следующие ролики. Пришла вот такая система ко мне, Connect Home компании украинской. Вот это вот хаб, батлер называется. Вот, приехал недавно, хорошо упакован, в принципе, его открывал. Вот такой аппаратик. Вот, хорошо сделан. Есть блок питания, вот еще антенка в комплекте. Сзади крепится. И кабель сетевой, LAN. Все, это потом будем настраивать. Пока просто распаковка, я показываю, как сделано. Качественно сделан, хороший корпус. Блок питания тоже внешний хороший, шнурок, все. Вот. Еще заказал датчик влажности и температуры 2. Вот так вот он выглядит. Малюсенькая таблеточка такая. Ох, качественно сделана. Вот с одной стороны скотч двухсторонний. Вот она, малюсенькая такая. Ее можно приклеить в комнате для того, чтобы измерять температуру и влажность. Вот. И отдельно сами термостаты. То есть вот эта штука должна подавать сигнал на сервопривод и регулировать температуру теплого пола. После этого было подключение техническое на столе проводами. На это пришлось потратить какое-то время. Сейчас покажу, что из этого получилось. Вот, мы подключили это все в одну систему. Все это работает в приложении родном. Вот здесь вот можно выключить, слышно, как щелкает термостат. Вот. Переключается, вот эта вот пимпочка, по ней видно, как она топится и выскакивает вверх. Отдельно я сниму видео, как это все настроить, как настроить все в программе. Это программа от Connect Home, у них родная, работает через веб-браузер. Это все очень достаточно легко настраивается. И с помощью, я думаю, инструкции или видео вообще каждый сам может сделать без дополнительной помощи. Вот, вот здесь у нас показывает температуру, влажность. Мы выставляем, при какой температуре будет включаться обогрев. И вот таким же образом мы реализовали теплый пол в кухне, в ванной и в прихожей. Как это все реализовано в телефоне, то есть мы это все еще пробросили в HomeKit. Вот у нас появилось три термостата: ванная, теплый пол, кухня, прихожая. И вот если мы заходим в ванную, мы можем здесь регулировать температуру, выключать термостат, тоже слышно, как он щелкает, или обратно возвращать на нагрев. Датчики и все есть уже у нас. Вот сейчас показано, что начал обогревать. Вот здесь вот цветовая индикация. Ну все, дальше покажу, как это все мы установим непосредственно на коллектор, как это будет работать в реальной жизни. Это теплый пол. Вот три контура, пожалуйста. Кухня, ванная, прихожая. Вот три привода. Так вот это все выглядит технически. Что мы здесь видим? Три термостата Connect Home 201 и три сервопривода Danfoss. Обратите внимание, сейчас один привод поднята штучка, а здесь опущен. Эти приводы нормально выключены. Сейчас у нас здесь это что, ванна? Ванная, значит, температура ниже, чем указано. И вот в
подключилось отопление, туда подается вода. Будет еще крышечка у нас. Это сделали самостоятельно. В принципе, можно в любой форме хоть прикрутить их просто на гребенку. Ура! Наконец-то теплый пол автоматизирован. Все это работает в приложении «Дом». Установил я все, как и планировал. Протестировал уже около месяца. Термостаты работают стабильно. Все управляется полностью через HomeKit. Температура регулируется. Сервоприводы работают. Температура и показатели влажности передаются с датчиков хорошо. Привет, Siri. Установи теплый пол на кухне на 22 градуса. Siri это все дело видит, читает и устанавливает прямо вот в режиме онлайн температуру. Вот, пожалуйста, хорошо. Для теплого пола установлено значение 22 градуса. Мы можем это все проверить в приложении. Как это работает? Вот, пожалуйста, 22 градуса только что было установлено. Я доволен этой настройкой. Вы сами все детально увидели и услышали. Если есть вопросы, задавайте в комментарии. Если понравилось видео, ставьте лайк. А вообще подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик, ждите новых видео. Всем пока!